Снова здравствуйте, дорогие любители крикета. Вторая игра в это солнечное, теплое воскресенье. Формата Т10, дорогие друзья, встретились, ну, естественно, конечно же, два крутых клуба. Один из них Непала, Горкали Райнерс Крикет Клаб. Ребята сейчас подают в кислотно-зеленой такой форме. А отбивают Moscow Warriors, дорогие друзья. Сейчас я подправлю. И мы сегодня один ведущий нейтральный, а второй ведущий у нас болеет за Imperial Cricket Club. Именно поэтому он сегодня болеет за Горкали Team, потому что тогда ICC с первого места выходит. Спасибо, Сонь. 12:25, хорошо. Опубликуется первый, спасибо. Принял. Так, Саш, давай я тебе сейчас передам бразды правления по скорингу, потому что... Да, ты мне дашь это? Да, так все, сюда. Чего? Тебе помощь не нужна? Наоборот, привет. Сейчас потом расскажешь, сейчас подожди. У меня тут это... Горизонтик можно подправить. Чуть-чуть. Поделись, вот он трансляция. Да, конечно, сейчас я. Сергей, how was the match? Сергей Сардарович. Серег, чисто технический момент. Ты кэч упустил, очень тяжело было разобраться в нем или в чем была проблема? Так, ну что? Выскочил из рук. Сань, возьми, пожалуйста, тогда это. И заодно от солнца уже нужно убирать. Я сейчас буду ставить зонтик и так далее. Ага. Ну, у тебя просто баунс был из рук. Он у меня был в руках, но я его не так ловил. Саш, ты когда будешь готов подловить ссылку? Все, я иду туда. А, нет, стоп. Включи его. Не баунс был в руках, я его хотел поднять. Тут сейчас нужно ютубнуть. Это мы разберемся. Вы сейчас не разберетесь. Вот. Так. Может, надо будет спросить совет. Лови, Сань. Да, я жду. Так, сейчас попозже у вас будет счет, дорогие друзья. Вообще, конечно, было бы лучше, если бы ты со своего телефона бы все это делал. Не открылось. А ты можешь со своего телефона скоринг делать? Мне сегодня зарядка нужна. По-моему, я тебе дам. У меня есть третья банка. Ну, давай. А, все, открылось. Бро, может, ты со своей, потому что я буду комменты видеть, счет. Браза. Но тебе. MVC Горкали. Дать тебе. MVC Горкали. Что MVC Горкали? Какой MVC? А, да. Ты чё? Это сумку надо. Сумка? Оставь, мы сейчас уберем. Оставь здесь. У меня есть заряд. Ты же сказал, что у тебя телефон. Давай. Ну. Просто кидай мне здесь будет удобнее. Кидай мне. WhatsApp? Тебе WhatsApp кинуть, Сань? Харон, ты... А, все, вижу. Сейчас я пока гляжу. Ссылка в WhatsApp. Так. Ссылка в WhatsApp. Акума уже начинает прогреваться. Время ставить зонтик. Пришла. Все, шпили. Там свои лучики. Щетинки. Витя сегодня опять будет сильный. Опять будет зонтик.
Ну, все, снимаем. Подписывайтесь и смотрите. Отлично. Слушай, он мне позвонил, сказал, что все типа без прав, ну окей. Я предупредил. Они там видят папку, наверное, там написано. Я не заметил там, ну... Ну, я имею в виду нервы. Ну, нервы-то да, были, да. Нервишки. Причем через... Если все уже, там, без шансов. Да, кстати, там без шансов было, но... Даже три ноутбола не спасли. Уйдра! Уйдра! Это не... Огромнейшая перестановка в связи с солнцем, со светом. Конечно, сильнейший.
Так, у нас 17 очков, 3 подачи в этом овере. Бэтсман лупит просто все подряд. Один ран. Ну, так и надо, наверное. Лупить все подряд. Нет. Ты знаешь, как сделать? Да. Давай, это все круто, только ты это. Wizard. Wizard of Umbrella. Овера 18 ранов, почти за 3. Сингл, скорее всего, будет. Да, это сингл. Тихо, Брэд. Да это ничего страшного. Ты, главное, сам не ударься там. Ты не ударился? Нет. Окей. Так, Сергей. Что ты взял? А свою, что ли? Да. Ну, блин, ладно. Как скажешь. Подача, ой, какой вайт, скорее. А, нет, не вайт. Это, а, вайт. Ну, вайт. Вайт и один, да? Это лэг байт. То есть это в копилку команды, но не в копилку самому Бэтсману, не в его рейтинг, понимаешь, Серега? Просто мастер. Нет, просто. Да ну я так не смогу. Хорошо, да. Реально. Сережа, правда, мисс кетч. Серёз. Я сегодня даже поднял тему, что Сережа должен сегодня сделать кетч или не должен. И вообще, когда он не сделает кетч, он будет плакать весь оставшийся день? Он впервые в жизни столкнулся с тем, что очень высокий мяч. Серегу не надо ругать. Да нет, а кто сказал, что я ругаю? Я поржал немного. Я кетч сделал. Да, а вот ты? Саша сделал Саша кетч. Да. Я причем офигел. И он был такой на вид изичный. Хотя на самом деле он не был изичный, потому что он на бегу его сделал. Он бежал и сделал. Ну вот, то есть
Он еще медленно просто, знаешь, такая медленная пробежка, такая, ну он же медленный. Нет, самому, я не медленно. Ты медленный, блядь? Нет, я знаешь почему? Потому что все начинают сразу срываются на мяч, да, и перебегают. То есть лучше медленно, лучше в последний момент ускориться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, в нас. Все, осторожно, осторожно. Не в нас, но через... Джоя! Джоя! Почти! Джой, почему пять не сделал? Джой, твои сиси не берем. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, все. Не, брат, вот сюда вот. Чуть-чуть, потому что ветер будет. Давай, туда. Вот это, да. Эндрю, все слетело с Родерама. Опять? Да. Ты ссылку про меня? Нет. Сейчас. Дорогие друзья, 28 ранов. Оверов сколько? 3 овера, 3-4. Ну, пока что, это может быть старый. 4-0-35. 4-0-35, один выкид. 4-0. Овер 4-0. Все. Да. Все восстановили. Да. Подача. Была это сингл, дорогие друзья. Сингалори. Только Сингалори. Ну что, Moscow Warriors нужна победа, Горкали нужна победа. Горкали пока идут без выигрышей, а Moscow Warriors вчера уступили. Подача. Ой. Сингл. Ты знаешь, как Горкали. Отлично, отлично. Горкали сейчас новый. Горкали новенькие, да? Да. Да, новый. Ну, как... Игроки хорошие. Ну да. Ты знаешь, как мы, ICC, игрок ICC, они опытные игрок, все, я думаю. А вот Moscow Warriors с нами второй год только. Да. Посмотри, сколько лет играл ICC, потом первый выиграл. Да, но теперь видишь, как... Ну смотри, Moscow Warriors тоже им только два года. И в ICC у нас четкий теперь боулинг лайнап есть. Да. О, к нам летит, но перелетает, в забор летит. Вон-да-го. А, не-не-не, все хорошо, здесь. Да, был небольшой ранрейт, и теперь он взлетел до 10 за овер. Ну да. Ну, так же, как и у Моспанджаба, когда выиграли сейчас. Рос, рос, рос и вырос. Подача. Ну, это сейчас исправится одной четверкой. Да. 47. Еще один мяч на четверку, и тогда точно будет 10 за овер. Теоретически на соточку ребята идут. Идут, да. Теоретически. Ну, слушай, один викет только. Остается всего лишь 5 оверов, то есть они сейчас будут бить каждый удар. Это да. 49. 49, one wicket. 5 overs.
идеально. Идеально. Подача летит к нам. 6. Показывает нам. Ну, это вот авторские права. Я ему это говорю, он говорит, я беру оттуда, откуда там все написано, что он безрайтовый. Ну, блин, что я могу? Пойти проверять, что ли? И доказывать. Да, 55. Олешек, как ты играешь? Ну, замечательно, совсем. Круто. Один раз. Ты знаешь, ITC играет как будущий чемпион. Вот так. Если все нормально будет, тогда я думаю, вот и там год будет. У нас травма у игрока. Да. Олешек. Ну, покажите травму, чтобы зрители не скучали. Потянул мышцу бэтсмена. Вес должен быть груз, смотри, вот видишь, все. Я вот сюда вот вешаю и прошу. Ну все, счет улетает в космос, дорогие друзья. Овер. 6 overs, 70 score. О, 7? Рома Буртьял. Я прочитал Рома Бурятия. I miss you guys. We miss also Бурятия. Буртьял.
Так, Чиранчиви на подачах. Гаркале срочно нужны викеты. Срочно, иначе счет сейчас уйдет на 150. Потому что бэтсмены уже все освоились. У них каждый удар – это попытка сделать шестерку. А не получается, шестерка улетает на четверку. Вот он, еще одна шестерочка. Шестерка. Сегодня просто космос творится. Одни шестерки идут вообще. Шестой овер. 82 очка. Атас. Причем как, да? Четвертый овер 30 очков было. Начиная с четвертого они начали гулять. В данном моменте, считай, Гаркали теряет игру, просто проигрывает ее. Если викета не будет, то это все, это вот решающий овер для них. Друзья, подключайтесь к трансляции, потому что у нас матч, данный матч захватывает. Бэтсмены просто потеряли любой страх, атакуют каждый мяч. Вот первый дот. Причем мы не зависим от беттинга. У нас очень сильный боулинг лайнап. Очень сильный. И понимаешь, мы можем себе позволить и 60 ранов. Это будет тяжелый таргет для соперников. И 70. А если уже плюс 80, это совсем тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой. Два рана. И правильно делают бэтсмены, да? Они бегают по два. Все уже. Даже если случится викет, у них всего один викет. Им надо бегать. Они с каждого мяча хотят брать максимум. Не удалось баундрис. Окей, мы пробежим два рана. И у них это получается. Ты знаешь, это было когда 11, это очень важно. 11. Да? Тоже очень важно. Вот сейчас посмотрим, капитан Гаркали выходит на подачу, берет ответственность на себя и главное сейчас не дать баундрис. Посмотрим, как справится шестой номер. Бимал. Где?
О! Знаешь зачем? Ведущий. Да. Эй! Only first and last. Not allowed here. First, last. Visitors only first and last. Who is this guy? No visitors. Go, go, go. Last, 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 first. Hello, man. What is your name? Oh! Hello, man. This is Kevin. Yeah, how are you? I graduated yesterday. Andrew, the moment he left the team, ICC became champion. Yeah. Papa. Got ball. Job. Yeah, of course, man. But I saw the matches when we beat Subir Dada's team. Oh my God, moment. Today also we won. Yeah? Four games in a row. In a row? Wow, man. ICC, we are the founding team. And now it's beautiful to see ICC. So you'll be here? Yeah. It's my last year, so I'm pretty busy with work now. So I do dubbing. I love to come. Dada told me you should come, but I'm so busy. What was it? Actually, I put it dot ball, but сейчас я поставил dot ball, но вернул. Почему? Потому что они говорят то, что бэтсмен не был готов. Подача капитана произошла без разрешения ампайра, как я понимаю. Чирандживи! Чирандживи! Дот! Commentary here. Yeah, I heard. Ну что, капитан берет по себе игру и не ошибается пока. Баундрис он не дает. Доста Бику. Ага, Доста Бику. Вики. I graduated yesterday. Кто кого? Бангал, Калькутта. Это мы уберем. Все, по нам зачем? Только плакат повесить. Суп, Андрей просит, у него есть скоринг и прочее. Ну сейчас давай, я приду, окей. Давай. Он только сейчас пришел. Давай сейчас мы подойдем. Бро. Sorry. It's wrong. Because the commentary that's Subir is telling everybody to leave. Abhishek, can you do scoring for mobile? No, I need to take it, because guests will phone now. So I'll go there? Не, мне нужен, мне гости будут звонить. Sure.
Не, мы с тобой, Серег, уходим. Ты же не меня сильно. Туда. Так кто будет? Я пишу с Курин будет делать? Нет, Абишек, Абишек. А на чем он будет делать? Мне же комментарии там нужны. Так, сейчас я. Все, выкинешь, Абишек? Абишеку кинуть ссылку? Да. А куда? В телегу опять? Телеграм, да. Только перед тем, как кидать, скажи мне, я выйду тогда. Кидаю. Ага, я вышел. Вышел. Абишек, лови телега. Бро. Мы приходим в конфе, где клоузен дистан. Установан из камень. Thank you. What label I? But why is this closed? Like, you should be able to... Why? It's amazing to watch. It will be loud. Huh? It's not loud. Loud, very loud here. When, no, no, no. When a lot of guys are... No, forget commentary. What about sitting here? It's so good to watch. No. Yeah. Paul. That's why also. Wicked. Wicked? Ты нажимаешь там уже, Абишек? Пока не... Ну ничего, если что, я могу подправлять, я тоже могу. Ну, все нормально, вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Мало ли ты там пропустишь случайно. Я могу. У меня тут есть, если что, подсказка. Ну что, Moscow Warriors, 91 ран за 8-1 выкид. Победный клич. А, это не мне, понял. Ну что? А это, кстати, был второй выкид, поэтому да, цифра 2 прибавляется. Batsman name. White. Solanki. Out one hua. Out one hua. Hamza out hua ise. Это был White. Ага, так все же. Так. Ну что, подача. Вторая подача 9-го овера. Что сделать, ребята? Да. Wide плюс один. Wide плюс один. Котран. Кайфону заняты. Эй, Зай. Вот. Найдешь кабель? У меня банка есть. Кабель. Ну вот. А так нельзя поставить, да? Как? Ну просто дилемма на 5-10. Ну на 5-10 давай оставляй. Да, еще что-то. Не-не-не, это не тот. А. Это Type-C. Вопросов нет, 5-10 минут, брат, не вопрос. А это, ну, все равно, 10-15 минут, это вообще-то, ну, половина будет это. Не, брат, вот программа, через которую я делаю стриминг, она ест очень много энергии.
меня батарейка разряжается очень быстро. Не быстрее будет заряжать, потому что новый. Хорошо, 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 хорошо. Окей. Так. О, ну это шестерочка прямо улетающая к нам практически. Шесть, да. Шесть. Так. Тамил Кришна, Старс, Старс, Старс. Окей. Павел Серебров пишет. Ох, замечательная работа на бите от воинов. Да. Да, шестерки идут, просто летят. Очень хочется увидеть их. Их против ICC. Кажется, будет интересное противостояние. А, так, а вчера они... Так, а я не помню. ICC играли с Moscow Warriors в Т-10? Ну, посмотрим, да. Будет интересно. Подача, еще одна. Сто шесть, восемь и четыре. Овер, овер. Сто восемь, девять и ноль. Бишек, 108. Подача. Первая подача. Это, кстати, заключительный овер. White. White plus один. No. Нет? Only one. Only one? А они же сделали. No? No running? No, no, no run. Показалось, хорошо. Only white. Окей. Подача. Ой, как слетело снова white. White. Угу. Ленточка, я понял, нужно убрать вот эту ленту, намотать, потому что она иногда попадает в камеру, я только что это увидел, нужно это убрать. Вот так вот, все. Ну что, продолжаем разговор, продолжаем нашу игру. 110 ранов за 9 оверов. Это, кстати, как Саша и говорил, в общем-то, предполагается соточку мы даже предполагали, да, тут уже 110. Может быть, сейчас еще и побольше будет, думаю, да, на пару-тройку уж точно. При том, что выкатов у них всего-навсего 3. Вот так. Подача. White, скорее всего, будет. Да, white. White показывает судья. Umpire.
Подача. Ой, какой wide. Wide. Боли войны. Так, Павел Серебров написал, интересный боулинг, кстати. Сейчас воины отбивают любой мяч, поэтому боулеры кидают вайд с аутсвингом, а кипер пытается сделать аут. Да, круто подметил, вайд, круто подметил. Он дал 4 вайд. 4 вайда дал, да. 4 или 5. Да, но видишь, что вот как бы, как есть такая теория, да? Ой, вот это тоже мешает, да, я смотрю. Сейчас, я уберу, все окей. Я думаю, что ж там мешает? Вот это вот мешает. Ленточка. Что это? Мини-али. Кэтч. Это кэтч, дорогие друзья. Аут. Вот как раз что и написал. Но нет, но это кипер, конечно, должен был сделать аут. Но на кэтче, видишь, тоже сделали аут, Паш. Такое, вариация такая, как тебе? И это на второй подаче, по-моему. Сейчас я посмотрю почетче. А это white был? Нет. А во, 9-1, 115. Осталось 5 подач. Меняли боулер, поэтому проблема пришла. Ну да. Поменяли боулеры. И все. Аут, да, аут. И первая подача, да, я так скажу. Ну что, вторая подача сейчас будет. Кто сейчас будет? А, подает Сунил. Бэтсмен нейм. Боулер Сунил. Закрывает этот иннингс. У него там голова торчала. Уже пошла пробежка, подача. Ну что, сингл. Простой, стандартный, изи сингл. Ну а что им сейчас бить шестерки, уже можно расслабиться. Хотя, конечно, я думаю, они не против понабивать еще. Но выжимают, что могут, из мяча, из подачи. Поэтому здесь получилось выжать сингл. А так, смотрим дальше. Сунил подает. А вот это вот уходящая четверка, дорогие друзья. Четверка, да, четверка. Сто двадцать. Ну, в общем, как и есть. Выжимают, что могут. 120 ранов за 10 оверов. 120 ранов. Я думаю, что носороги подписали себе проигрыш. Есть такое ощущение, что 120 они не смогут набить. Можно вопрос? Скажи, да. Пожалуйста, сегодня какой гость будет нам? Ожидаются послы, еще кто-то, я думаю, лучше бы... Послы? Посол, да, посол стран. Из Бангладеш. Из Непала, по-моему, Бангладеш, да. Ну, они будут или они просто... Будут, должны быть. Сегодня у нас special guests.
будут на финале. Игра закончится, будем готовиться к этому делу. Поэтому, дорогие друзья, финал Т-20 – это такая вещь. Если тебе нравится крикет, если ты любишь крикет, ну нельзя не посмотреть наш финал. Вы же понимаете это. Подача Сунил. Четвертая. А нет, пятая. Пятая подача. 123. Рано, Абишек. Я подправлю. Я сделаю. 123. 9. 9,3, 120. А, так было же больше. Жуешь вот там. Не понимаю. Ну ладно. Все. 120 ранов. Предпоследняя подача сейчас будет Сунила, судя по всему, да. Chiranjeevi, 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 batsman, batsman kon? Batsman, umpire, batsman! Ждем. В общем, батсман подходит сейчас на страйк. Это при том, что осталось, в общем-то, две подачи до конца иннингса. Смысл иннингса уже тоже ясен. Впрочем, как, наверное, и все игры. Хотя мне интересно. 120, может, и набью. Такой момент. Остановили. Сингл взяли, да? Сингл? Да. Да, сингл. Ну что, last ball, last over. Подача. Ой, аут на последний. Ну вот так вот вот. Седьмой выкет получили. Seven wickets. А почему у нас только... У нас 7 wickets. 121,6. А, я понял. Вот так, значит. Ну хорошо. Ну что, дорогие друзья, 121 ран, значит, 122 to win. У нас перерывчик, как вы поняли. Бег такой. Тагет 122. Бекетьер и бендистасы. Видите, что у нас там творится.
Ну, пока у нас перерывчик, дорогие друзья, давайте напишем, что ли, попробуем. Наберут 122 носороги или не наберут? Вот как вы думаете? Носороги и 122 рана за 10 овров. Небольшая пауза у нас. Ну как? Небольшая. Перерыв между иннингсами. В чем смысл? Это как лапта? Ну, лапта, бейсбол, да. Сначала одна команда очки набирает, вот сейчас будет вторая. Их, ну, перебивать что, на одну очку. Закинуть воротами? Один подает, двое вот стоят. Не, он где-то, да, вратарь. Нужно, да, попасть в три палки. Это как один из вариантов выбить чувака, который отбивает. Их там несколько вариантов выбить. Спасибо вам. Ну что? Be fast. Be fast, да. Be quick. Be fast. Ну и так далее. Мы потихонечку возвращаемся на нашу исходную позицию. И готовимся к тому, чтобы поболеть теперь за непальцев, чтобы они взяли и набрали 122. А может быть, будем болеть. За мост панджабцев, чтобы они не дали им 22, 122. Ну, посмотрим. Но 122 за 10 овров, это, конечно, очень непросто. Ребятам нужно чудо. Ну, не чудо, конечно, но для них это будет серьезная победа. Крутая в этом году, если она будет.
кто сейчас пойдет на страйк, Топа или не Топа? Может быть, Топа встанет на страйк, сейчас посмотрим. Вот они общаются друг с другом. Ну, скорее всего, нет. На нон-страйке Топа. А Чирандживи, да, на страйке? Да, Чирандживи на страйке. Небольшая репетиция боулинга. У Шанкар Карки. Полане! Полане! Ну что, готовимся к игре, к иннингсу, к коверу, к подачам, ко всему этому мы готовимся. И пошла подача. Первая. Интересный был подход к событиям. Нот аут. Дотбол. Дотбол. Подача? А, нет. А подает у нас Вишал Джагдейл. Хорошо. Подает Вишал. Просто чуть-чуть было другие имена. Спасибо. Пожалуйста, брат. Пошла зарядка. Надеюсь. Подача. Ох, какая шестерка пошла. Очень интересная. Далекая шестерка в другую сторону. Ну вот обычно к нам все в забор улетает. А тут по более большему этому радиусу пошла. И вылетела. Ну блин, шестерка серьезная. Ну ребятам по-другому сейчас и никак нельзя. Им нужно лупить одни шестерки сейчас. Потому что 122 за 10 оверов. Ну это... Ну вот 58 подач, да, уже, то есть осталось им. Им нужно по 12,5 ранов за овер делать. Ну, то есть по 13 ранов за один овер, за каждый овер сейчас. Вот, required run rate 12.62. 62, в смысле. Подача. Это, возможно, кэтч, дорогие друзья, но нет. Это не кэтч, это, скорее всего, дабл. Дабл уже. Они же два раза сбегали. Просто смотрел, будет кэтч, не будет. Очень сложно одним глазом смотреть, будет кэтч или не будет, а другим глазом видеть, сколько раз они обменялись местами. Да, дабл был. А это дотбол. Подача. Подача.
Вот первый овер, все. И что? За первый овер ребята набрали 8 ранов. А ненужные 12. То бишь не добрали, точнее даже 13. 5 очков не добрали. В общем-то, овер порадовал, конечно, своей шестеркой. Но только этого мало, как поется в той песне. Вот и лето прошло. Только этого мало. Подача. Или как там, я же не помню эти слова. Из моего далекого детства. Подача. Дотбол. Все еще 8 ранов, дорогие друзья. 2 дотбола. Ну, боулеры у Moscow Victorians. Обойти вот так можно. Лазит. Ух, спортивные какие у нас. Заборчик такой, что вообще не каждый мальчик перелезет. Перелезет ли вообще кто-то? Двинул. Он удают вообще. Так, ладно, отвлеклись случайно. А вот, вот на что не стоило как раз отвлекаться, это на потрясающий болт. Прямо middle stamp, дорогие друзья, в среднюю палочку. Вошло качественно. Марван на первом. Ну что, 14 ранов и первый выкид на втором овере. Ну вот так-то. Чаранджиби выбили. Папа! Amol. Bimal. Amol. 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 Add karo. Ну что? Готовы ли вы, товарищи, смотреть дальше наш воскресный крикет? Тогда давайте начинать. Расстановочка игроков и подача. У нас левша на страйке, подача. Это дотбол. Дотбол не очень хорошо для них, потому что, дорогие друзья, конечно же, 13 ранов все еще нужно набить за овер. И, в общем-то, дотбол — это
печаль печальная для носорогов. Алло. Подача. Снова дот. Спрашиваю. Овер, овер. Один, фу, какой одиннадцатый, господи. Второй овер закончился. Ласбол. Ласбол, да? А, ну окей, ласбол. Бишек, сделай ласбол снова. Бишек. Ладно, не надо, сейчас уже будет. Все. Ну, какой ветер. Сегодня прям. Тучи, тучи, тучи. Серьезно, не идут. Главное, чтобы дождя не было сегодня. Иначе я тут ничего не спрячу. Я думаю, что выиграют вот эти вот, которые кто на поле. В поле. Кто в поле, да, синие, да. Да, конечно, цель в 122 рана. One run. Слишком большая цель, особенно для 10 оверов. Так, удар на один ран, но сейчас, по-моему, дабл будет. Да, они пытаются дабл сделать и спокойно. Найнтин? 19 ранов. Хороший бол, дот бол. White ball. Сейчас после этого овера подведем какие-то итоги, но итоги, ох, бита, сломалась бита. Ровно напополам разлетелось, сейчас
покажем. Это был удар full toss, и бита разлетелась на две части. На все бита на списании, ее теперь вот мы все видим. Так, три овера сделано, счет 22. То есть им еще надо 100 ранов за 7 оверов. Овер. Сумасшедший ранрейт. Нужный. Ну и, конечно же, в данном случае, ну, чудо вряд ли. Мы, конечно, будем болеть за Горкали и хотим, ждем красивую игру от них. Но, тем не менее, вдруг все возможно. Хороший удар. И мяч укатывается на четверку. Нужны баундрис. Срочно нужны баундрис. Надо повышать счет. Спокойный дотбол. Отошел. Сейчас он подойдет. Да, у нас полный. Да. Ну, ничего такого. Так. Так, у нас попытка на четверку, укатится ли мяч? Вот. Так, сейчас у нас судья будет высматривать. Игроки из Moscow Warriors, понятно, показывают то, что, конечно же, это не было 4, только 2 перебежки. И судья. Что судья? Да, согласился. Official scorer, two runs only, да? Yeah. Да, присудили 2 очка, не дали четверку. 2 мяча остается, счет 28. Ну никак не получается ускориться. Вот он. Всего лишь один ран. Thank you.
бывает немного. Горка летим. Big problems. Boundaries никак не идут. Конечно, ребята пытаются бить, но что-то все улетает на первый круг. И один-два рана, ну, совершенно не спасает команду из Непала. Вот опять, да, вроде бы хороший удар. Все, но филдеры Moscow Warriors расставлены так, то, что ну никак не дают им. Ой-ой-ой, сейчас аут будет. Нет, нет. Бишоп Тапа, ты счастливчик. Попади сейчас в стэмп с мяч, и все, это был бы аут. Put the weight on me, and then do it. Yeah.
I was sitting on this ship. It just like came out of his own space. Yeah. I feel that kind of bounce. You know, but you should do some stretching. Try to do it like this, if you just go and sit on his, yeah, sit on his, just sit on his face. Oof. Do it in the same way. Yeah, yeah. Atmosphere is ready for the MBCC, LMCC, the next batch. Put the reminders on. Ну да. Нет, слышишь, как да, шевелится? Да. Не вышло. Сань, ну слушай, я в таких условиях работаю. No, some tendon came out of his space. That's why. Just, yeah, do it like this, just try to. Hey, I'm not an old man. You are an old man. No, you're you oldest. You need to lay on the bed and have this stick when you stand up. That's the only way you can walk now. Wow. Ну что, подача? Опа! Я чуть-чуть жую, дорогие зрители, уж прошу прощения. Надо же хоть как-то перекусить. Впереди финал, и нужно быть бодрячком, полным энергии. I think D10 will be our, it will be something for us, yeah. We will have good luck in this. Short format for us is good. He knew how you should ball. He utilized the... And he wasn't betting today. Yeah. He was ducked out. It happened. There was a single. Amper! Амбер! Здесь есть шанс сегодня дак у нас. Ньюбэтсмен! Да? Смех я не видел. А Сергей? Сергей вообще. Сергей затупил жестко. Шанкар, она? Он в последнем номере. А, ну я же видел. Я снимал его. Он это не бегал. Да. А последний овер он не понял. Амбай! Окей. А ты? Ой. Ну, немного так. До 10 раундов. Кто тебя вынес? Юж. Но виноват я был. Знаешь почему? Потому что было пару хитов. Сингл? И Гулфам говорит, давай сейчас по одному рану. И смотри, я стою на бите. И я говорю, это Гулфам, когда в стэм будет лететь, я один ран. Когда вайт, я типа буду, до этого я ему сказал, буду ну, там пытаться четверки. Вообще, бро, забирай, у меня там еще есть. Ты бери все. И бери вот, все. Оно вкусное. Сметана, лук. Почему нельзя разговаривать, да, вот до, ну, такие вещи. Мяч идет широко. И я, знаешь, такой на автомате замахиваюсь, и потом вспоминаю, типа, мы договорились. И я, короче, нет, я в последний момент, вместо того, чтобы делать хит, я беру и просто начинаю вести биту, и мне, короче, мяч в эдж и от эджа в стенд летит. Нельзя вот, поэтому с одним нельзя, он говорит, типа, не-не-не, лучше не говорить со мной, не сбивать столько. Ну да. Играй, как играешь, вот как умеешь играть, все. Так, ну что, два они сделали. Ну, от этого им не легче, да? Да, у них 22, ну, в общем, даже 23, считай. Давай так, Андрей, сейчас, смотри, у нас Мост Пунджаб с тремя поражениями идет, да, следующие Гаркали. Но Гаркали сейчас должны в уме держать одну вещь, это нет ранрейт, да? То есть им надо продержаться 10 оверов. И как можно больше набрать очков, приблизиться к счету, чтобы не терять эту разницу очков в подаче. То есть надо прям играть до конца. Уже если все, если ты понимаешь то, что ты пропустил, да, игра не твоя, ну хотя бы поработай на если будущую сливаешь, победу. То сливай красиво.
Да? Не, ну понимаешь, а в крикете, и качественно. В крикете даже проигрыш считается, да? Да. Потому что да, ты получишь 0 очков, но у нас опять же в турнире 10 оверов много команд. И в случае равенства очков уже дополнительные показатели будут считаться. Поэтому очень важно. Вот понимаешь, то ли погода, то ли пейса не хватает, да? Вот они стараются бить сильно, но все мячи летят еле-еле. А что значит пейса не хватает? Объясни, пожалуйста. Смотри, пейса ты можешь кинуть. Вообще, что такое пейс? Объясни. А сейчас я тебе объясню. Есть, 4. Допустим, есть два фастовых боулера. Угу. К примеру, я и Рифат. Угу. Я разбегаюсь, кидаю фастовый, но я отпускаю, условно говоря, почти на 90 градусов. Наверху руку. Наверху руку. Угу. И за счет этого мяч летит, допустим, быстро, но у него пейса не будет, то есть что баунса. Что пейса не будет? Не будет, мне, бауна, пейса. Не будет баунса. А, баунс. Назовем так. Угу. А пейсовые бойлеры, которые вкладывают силу, и рука у них уже не на 90 градусов, а градусов на 70. То есть, когда мяч летит ближе землю, к земле, посильнее идет удар. Идет отскок от земли. Вот этот вот, понимаешь, он взлетает. Если у меня, может он, ой-ой-ой, не выпустили на четвертом. То есть, условно говоря, у меня он пролетит, проскользит. А тот же Рифат запустит этот мяч в землю, и от земли будет жесткий такой отскок. Это пейс, да? Я понял. То есть пейс — это как раз, можно сказать, расположение руки. Ну, это в том числе, за счет расположения руки. Потому что если ты отсюда запустишь мяч, допустим, 110 градусов, да, то откуда у тебя пейс возьмется? Или же пейс — это, вот... это траектория мяча, которая летит по своей подаче. Нет, это именно сила мяча. Сила его. Сила, да. О, 4. Вот как, допустим, Халид, да? Вот у него есть этот пейс, у него... Он пользуется, он подает на половину питча этот мяч, и мяч отскакивает и летит, условно говоря, подача, чуть ли не в голову тебе. И ты пользуешься его силой, то есть если он хорошо... Но он высокий же. Да, да, да. То есть высокие люди именно пользуются этим. Вообще все могут, да, но не у всех есть пейс. Подача. Когда в крикете тоже часто там бэтсмен выходит, бьет шестерки, а боулер берет в последний момент, ему подает. А, не, смотрите, какой был. Боулер видит то, что бэтсмен заряжен на шестерке, каждый удар бьет, и он ему подает слоубол. Сейчас будет кэч, скорее всего. Да, это кэч. Да. Это кэч, изи. Unexpected wicket for the bowler, and he does well. That's a beautiful celebration. Ну вот, и я подаю слоубол, допустим. А откуда силы взяться в слоуболе? То есть я должен прям лупить со всей дури по этому мячу, чтобы он там на четверку, на шестерку улетел условно. В этом мяче нету силы. И ну, за счет этого, для этого только и подают слоуболы. Но сила — это же просто скорость же. Для меня. Сила мяча — это скорость его. Ведь я прав?
или нет? И в том числе, но бывает, понимаешь, что когда ты спейсом подаешь, он у тебя после отскока как бы набирает вес мяч. А, вот, и из-за этого идет сила, да? И если ты хорошо его подцепил, этот мяч отбил, то все, тебе даже... почему вот на фастовых боулерах иногда надо просто подставить биту, да. Не надо тебе даже отбивать. Ты подставил биту, за счет силы мяча он сам 6, по-моему. Нет? Что это? Непонятно. Шесть. Против нас играл. Да, да, да. Фотограф у нас сегодня фотографирует. А я уже взял его координаты все, он пришлет все фотографии. Он просто сам по себе пришел? Да, 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 любитель. Угу. И мы договорились, что мы его имя поставим на сайт. То есть как раз. Спасибо. Это круто. Да, да. Он говорит, не обязательно. Я говорю, нет, нет, мы всегда это четко следуем. Угу. То есть авторские права мы никогда не нарушаем в этом плане. Подача. Вот опять, да, вот он вроде бы замахивается, со всей дури бьет, да, а пояса нет, ты видишь, как отскакивает. Ну это же хорошо. Хорошо для... Да, для боулера. Да, да. Лазбол, лазбол. Воспроизвести эту силу, пока у Тапы не получается от себя ее. Ну, подача. Вай. Вай, просто вай. Руку себе отбил. Немножечко. Боулер. Мешал. Нет, это я разве мешал? Написано, да. Наконец-то. Ох, я отстанет. Бери, пожалуйста, загорающую женщину оттуда. Сейчас ей чуть было не ушло в голову. Спасибо вам большое за понимание. Было прям рядом. Подача. Вот да. Не хватило пейса, в спот не попал. То есть сладкое место на бите, да? Можно еще за счет этого. Да, и три они сделали. Они выжимают из каждого максималку. Да, да, да. Как ты говорил, что? 9 оверов. Да, уже сейчас будет конец игры, дорогие друзья. Да, да, скор неплохой. Нет, нет, правильно делают. Максимум надо взять сейчас. Да.
Net run rate, да? Да, да, да. Это то, что в первые игры ICC нам не хватало, когда я говорил, ребята, мы проигрываем, но играем до конца, да. Держаться все оверы, чтобы потом, если у кого-то equal будет, net run rate будет высокий, всегда до конца. О, аут. И, кстати, сейчас слоубол был, бишоп тапа, все. Сколько у нас бишоп тапа? 22 рана. 22 за 20. Ну, скажем так, для двадцатки хорошо, для десятки очень плохо. Да. Ну, у нас сейчас десятка. Вот чей-то, Андрюх. Андрюх. Вот попробуй. Вот так вот. Вот, видишь, да. Это этот самый, это. На стул садился. Не разгибается, не разгибается. Все, ты больше не будешь играть в крикет? Чей это? Сейчас ставится назад. Ага. О, привет. Давно не видели, да? Привет, чемпион. Ты когда к нам отливать придешь? Вообще-то я... Конечно, оставляй, оставляй, конечно. Мы потом с папой деньги возьмем. И вон, смотри, у него прям свое имя, свой номер. Бейтинг будет делать, наверное. Пол панера. Здесь папа, да. Ласбол, да. Все, ласбол. Пас. Этион. Кто? О, Марина тоже идет. Вопрос. Эй, такие есть. কত রান 81 রান আসলে মনোযোগ অন্য দিকে এটা না ও 6 да чуть поздновато все случилось да так ну что мы отключаемся у нас победа дорогие друзья выиграли Мос Панджаб Мос Warriors. Мос Warriors, sorry. Мос Панджаб сегодня проиграли. Мос Панджаб сегодня проиграли, да. Мос Warriors выиграли, дорогие друзья. Мы их всех поздравляем. Мы сегодня с вами не прощаемся. Как всегда, я вам говорю замечательные слова. Всем пока-пока. Мы обязательно увидимся на игре. А точнее, уже в финале, уже скоро.